Приветствую любителей Москвы, вы смотрите передачу «Обозрение московских храмов», очередной выпуск. Ну и как уже повелось в заключении обзора того или иного района, поговорим о тех храмах, которые ну, либо недоступны для посещения, либо труднодоступны для такого, ну, обычно небольших храмов, то есть, скажем так, сделаем небольшое заключение по храмам района «Аэропорт» на севере Москвы. Вот, и сегодня я скажу о двух храмах, еще к тому, к тем трем, которые, о которых я говорил, рассказывал, вот, которые находятся, вот, можно сказать, в Петровском парке, да, еще есть еще два храма, вот, которые находятся, ну, несколько подальше, тоже в этом районе, но подальше. И один из храмов, это два храма, да, один из храмов, он находится на улице Самеда-Вургуна. Вот эта улица. Вот. И здесь, на этой улице, находится православный, Свято-Димитриевский православный приют. Ну, как бы сейчас он называется, вот если взять вот официально, Свято-Димитриевский детский центр. Вот такое его название. Вот. Ну, по сути дела, детский дом, ну, как бы работающий по принципу детского сада, но все-таки не вполне, потому что там часто бывают дети, которые, соответственно, нуждаются в постоянном, так сказать, уходе, заботе и так далее. Ну, вот тут, видите, и, естественно, с православным уклоном, как бы под патронатом Православной службы помощи и милосердия, но он считается как бы не государственным заведением. Вот, не знаю, может быть, и оказывается какая-то и государственная помощь, все-таки какая-то поддержка хотя бы, да, для таких вот организаций. Ну, во всяком случае, официально он считается как бы не государственным. То есть он существует на средства спонсоров, всякие взносы тут вот постоянно, тут публикуются счета везде. Пожалуйста, любой человек может пожертвовать. Ну, вот, короче говоря, вот такая организация. И здесь вот как раз в этом вот Свято-Дмитриевском детском доме, ну, сейчас такое слово «детский дом», оно как-то не применяется, больше как такие вот разные центры содействия семьи там и так далее, но, по сути дела, во многом это тоже детский дом, то есть для детей, которые нуждаются в особенной помощи. И здесь он именно православный, открыт он был в 1995 году, вот это вот, так сказать, Свято-Димитриевский детский центр, и открыл, и инициатором выступило Свято-Димитриевское сестричество, которое находится, до сих пор оно есть, при Первой городской больнице. Ну, это на Ленинском проспекте, в самом начале Ленинского проспекта, ну, там в начальной части. Вот, и там еще вот этот храм находится, царевича Димитрия, при этой Первой городской больнице. Там как раз при этой больнице там и находится, там, типа, такого, знаете, медицинского училища, и вот как раз там вот эти учатся сестры, в том числе они становятся и сестрами милосердия, и вот там такое сестричество, и оно решило организовать вот для детей, которые остались без родителей или нуждаются в особенной помощи, в заботе, вот решил организовать такой вот православный детский дом, православный приют такой, в здании бывшего детского сада. Когда-то в здании находился детский сад, здесь вот на Самеда-Вургуна 3, но потом детский сад, он перестал работать, и, в общем, ну, как и многие в 90-е годы, это, естественно, произошло. Вот, и тогда многие сады, соответственно, захватили разные офисы. Ну, вот этот сад, он принадлежал компании «Радон», «Радий», вернее, научно-производственному предприятию «Радий». Вот, ну, по сути, все связано, да, с ядерными элементами и так далее, вот. Ну, и в итоге вот этот, в 1995 году это здание детского сада, это компания «Радий», она уступила вот этому сестричеству, и в этом вот здании бывшего детского сада как раз и образовался вот этот православный Свято-Димитриевский православный приют. Вот, был проведен ремонт с 1995 по 2000 год, около 5 лет здание ремонтировалось, поскольку оно долго было заброшено. Ну и кроме того, все-таки было перепрофилирование, плюс там настроили один этаж, то есть было двухэтажное здание, стало трехэтажным. И вот как раз на третьем этаже и появился вот этот вот храм святого Сергия Радонежского, как раз вот при этом вот православном детском центре. И вот его осветил патриарх Алексей II в 2000 году. Ну и после этого, собственно, вот как раз этот центр он стал заполняться детьми, дети сюда пришли. Ну и сейчас тут около 30 детей примерно. Не так много, но здесь, понятно, дети все-таки часто бывают со спецификой, необычные дети.
вот, часто с проблемами, нуждающиеся в особой заботе, и поэтому тут вот как-то над ними. Ну и плюс все-таки детский сад такой православный, с православной компонентой, поэтому вот все-таки специфический детский сад, необычный. Ну и вот здесь есть храм. Ну и понятно, что попасть туда, в общем, ну, скажем так, сложновато, хотя, по некоторым сведениям, в принципе, во время служб попасть туда, в принципе, можно. Если как-то попросить, ну, обычно, конечно, приходят родители. Там, или, ну, или родители, или там какие-то родственники, там, может быть, детей, которые здесь непосредственно воспитываются. Ну, что, в принципе, логично. Вот. Люди со стороны, конечно, сюда практически не приходят. Вот. Ну, опять же, может, всех каких-то нюансов я не знаю. Вот, может быть, как. Но во всяком случае, все-таки храм, понятно, считается таким, как бы, не вполне таким общедоступным, не публичным, а именно при этом детском доме. Вот. Это первый храм. Ну и второй храм — это храм Ванифатия Милостивого, который находится при Московской областной психбольнице на улице 8 марта. Вот такое заведение. Значит, находится вот сейчас улица 8 марта. Вот она, улица 8 марта. И вот здесь, видите, психиатрическая областная больница. Вот она. Психиатрическая больница. Большую территорию она тут занимает. И причем она еще тут находится с дореволюционных времен. То есть ей уже больше 100 лет, этой больнице. Вот она по-разному называлась. Это была вообще клиника доктора Усольцева, который здесь же жил, его дом сохранился, где он жил. Ну и организовал клинику для психически больных. Причем, что интересно, что у него была психически больна его жена Вера, и его дочь тоже психически заболела. Причем это произошло уже после того, как он организовал эту клинику. Вот какие-то странные такие метаморфозы. Ну, вот бывает, да. Но с кем поживешь, наверное, сам, может быть, тоже. Ну, потому что говорят, что врачи, которые очень долго с пациентами, особенно в психиатрических больницах, которые общаются долго с пациентами, да, они все-таки часто тоже становятся немножечко не такими, ненормальными, да. Ну, потому что все равно общение с душевнобольными все-таки оно, конечно, накладывает определенный отпечаток. Никуда от этого не денешься. Какой бы ни был человек стойкий, но все равно все-таки это как какое-то влияние, безусловно, оказывает. Ну вот, и потом после этого доктора Усольцева, тут еще Коншина участвовал в создании, рядом создала тоже госпиталь для раненых воинов в годы Первой мировой войны в 1914 году. И в итоге, в общем, все это объединились, вот эти как бы два заведения лечебных, да, для психбольных и для, ну, раненых. Потом, естественно, война закончилась, уже, естественно, нужда лечить раненых, она отпала, и в итоге это стало сначала частной психиатрической больницей вот на этой территории, ну, а потом уже в советское время была, в общем-то, обычная больница. Сначала санаторий для женщин, вот здесь на улице 8 марта, тоже душевно больных, конечно же, да. Ну, а потом уже, соответственно, стало это именно областной психиатрической больницей. Вот. Ну, и здесь вот, в чем что интересно, она именно областная, то есть находится в Москве, но она областная. Ну, так бывает, все равно Москва, область, они так или иначе как-то связаны. Ну, может, некоторая, конечно, странность есть в этом, но все равно. И вообще она еще называют ее Центральной клинической психиатрической больницей. Еще такое название. Ну, все ее знают, конечно, как Московская областная, именно областная психиатрическая больница. Вот. Ну и здесь вот есть на территории в отдельном помещении, вот в таком помещении находится именно храм. Вот так он выглядит, это Ванифатий Милостивого. Вообще Ванифатий, он считается, что он особенно помогает тем людям, которые страдают пьянством. То есть те, кто, соответственно, молится за пьяниц. Ну и сами пьяницы могут молиться, но особенно, конечно, молится этому Ванифатию, молится именно те, ну, родственники, да, жены, родственники, там, или мужья, если эта женщина пьет. Ну, в общем, вот так вот. То есть те, кто рядом находится, то особенно страдает от тех, кто рядом пьет, вот молится именно Ванифатию. Вот. И вот здесь вот такой небольшой храмик, такой маленький, он тоже открыт. И работает, что интересно, он не по субботам, воскресеньям, как часто бывает, а именно по средам. То есть богослужение проходит здесь в основном по средам. Накануне, во вторник, бывает вечернее богослужение, там молебен Ванифатию как раз. А вот в среду совершается литургия. Ну, то есть главное богослужение христианское.
Ну, еще иногда бывает здесь служат по большим праздникам, церковным, конечно же, праздникам. Ну, например, там Пасха, конечно, да, Рождество Христово, то есть вот такие праздники, Успения там, да, то есть вот большие вот именно такие великие церковные праздники. Тоже бывает богослужение. Ну и в принципе сюда, в общем-то, несмотря на то, что это больничная территория, но поскольку тем более все-таки храм, как видите, находится в выделенном здании небольшом, то в принципе, ну, как сказано тоже и на сайте этой больницы, и вообще так вот можно найти информацию, что сюда, в принципе, может прийти каждый, в общем-то, желающий, да, любой желающий. Ну, естественно, там на проходную можно сказать, что я там в храм. Ну, понятное дело, что речь идет, конечно, о времени богослужения. Когда богослужения нет, то, скорее всего, он будет закрыт, этот храм, и туда не пустят. Ну, и туда и не попадешь. А, соответственно, во время богослужения, если попасть, да, то, наверное, сюда как-то попасть можно. Но, конечно, понятно, что в основном сюда приходят пациенты больницы, ну, наверное, может быть, там персонал больницы. Ну, и понятно, что родственники, те, кто здесь лежит в этой больнице, вот, и страдает разными психическими заболеваниями. То есть понятно, что со стороны сюда люди, если и приходят, очень редко. Да и сами видите, что объем церкви он не позволяет поместить сюда больше, чем там, ну, не знаю, ну, 20-30 человек от силы. Потому что слишком маленький объем, и поэтому там просто много не уместится людей. Все равно слишком ограниченная способность этой церкви. Поэтому попасть сюда очень тяжело. Даже хотя бы поэтому. Ну, и служба бывает редкая, да еще по средам. Ну, и плюс объем небольшой, так что много факторов. Психиатрическая больница, конечно, многих отталкивает. Поэтому были здесь мало кто, но, однако, все-таки храм работает, храм действующий. И, по-моему, он приписан к храму Митрофана Воронежского, который находится вот неподалеку, там, в Савеловском, правда, районе уже. Ну, вот такие, собственно, храмы в районе аэропорта. Ну, и понятно, что по итогу можно сказать, что, конечно же, главный храм тут только один. Такой, знаете, который знают все и который действительно по-настоящему вот, является таким настоящим приходским храмом, куда доступ открыт всем, который открыт практически всегда, ну, в течение с утра до вечера, да. Это, конечно же, храм Благовещения в Петровском парке, вот, который находится вот недалеко от метро «Динамо», ну, или Петровский парк. Это недавно построили станцию, а вот рядом «Динамо», вот или та, или другая. И вот через Петровский парк непосредственно можно как раз сюда пройти. Между Дворцовой аллеей и улицей Серегина числится он по Красноармейской улице. Это, конечно, самый главный храм, я его показывал, собственно, с него и начал этот обзор храмов. Все остальное, это, конечно, в остальные храмы попасть довольно затруднительно. Вот, в том числе те, которые находятся тут на территории этого храмового комплекса, то есть, я имею в виду и новомучеников церкви русской и царственных мучеников здесь вот при тоже доме презрения, тоже в таком социальном доме, да, здесь рядом. Ну, попасть туда довольно сложно. Поэтому главный храм, конечно, один, это вот именно Благовещение. Ну и на этом, собственно, районный аэропорт заканчиваю. И на следующей неделе начнем новый район. До новых встреч!